Так, 19 марта 2019 год, Харьков, 18:36 по Киеву, и через 12 минут Луна подойдет на ближайшее расстояние к Земле по своей орбите. Луна в перигее. 3359380 километров будет Луна находиться от Земли. А, красота, по-моему, нет у нас ни дымки никакой, ни облачков. И все видно довольно четко. Не знаю, на маленьком этом экранчике фотоаппарата мне так, что хорошо было видно, но, по-моему, четкость достаточная. Сколько кратеров, караул. Прям рябая Луна. Оспой побитая. О, а вот и наш кратер Тихо, который 83 километра. Да, безоблачно, ветер даже стих. А вот и кратер Аристарх, белый снизу вылез. Красавец. Луна практически полная, послезавтра полнолуние. И выглядит все просто великолепно. Наша красавица. Сейчас я попробую на полный экран. Вот пускай так лезет дальше. Чудесно, просто чудесно. О, птицы на Луне образовались. Прекрасно. Послезавтра полнолуние, послезавтра дождь, я облачно. Надежды не питаю. Ничего найти. Увидеть, заснять. Через два дня, 22 числа, будет пролетать астероид рядом с Землей, 300 тысяч километров, 40-метровый. Но его, опять же, из-за погоды не будет видно, да, и попробую его засечь, 40-метровую крохотулечку. Луна у нас все-таки, а сколько у нас Луна? 3500 километров в диаметре. Ой, красота. Ну, 40 метров это не наш размерчик. Это у нас Nikon Coolpix P900, 83 крата оптика, оптическое увеличение. Но даже она не позволит засечь вот кратер Тихо. 83 километра, понятно, что 40 метров это будет вообще песчинка.
круг почета. Это Харьков, 50-я параллель. Ах ты ж, не нравится. Наша красота. Вот так, давай, своим ходом. Так, а где же наш с Марса не видно, зараза? На западе как раз облачно. Да, издолбали астероиды Луну крепенько. Ты посмотри, как четко видно обрисы кратеров. Хорошо. Вроде и облака какие-то на небе есть, а дымки вот этой проклятой нету. Надо вроде чистое небо. Вот эта туманность какая-то. Звезда горит, пуп земли, пуп луны. Да, сейчас не очень удачное время снимать, время года снимать Венеру, Юпитер, Сатурн. Они утром уже практически вместе с Солнцем поднимаются над горизонтом, и их не видно в рассветном сиянии. Ну лады, по-моему, уже очень хорошо. March 19, 2019, Харьков. Восемнадцать сорок пять по Киеву. А что, 3 минуты можно и подождать, и будет у нас аккурат луна на самом близком расстоянии. Я пока понаслаждаюсь зрелищем. Такой вот камешек, 3500 километров вокруг нашего, который 12 500 километров, диаметр Земли, вращается. Какая-то у нас щербатая.
Убежала. Будем ловить. Быстро движется. Ух ты, это что у нас звездочка какая-то. Да, визуально я ее не наблюдаю. Ветерок поднимается, зараза. Даже на три ноги камеру шатает. Подожди, так вот это тихо. Я на него говорил. Все, 48 минут. Вот это ближайшее расстояние. Перигей. Луна в Перигее. Да, собираются там американцы лететь на Луну в скорости уже в 20-х годах. Небольшой такой получился перерывчик в 50 лет после предыдущей высадки на Луну. Ну лады. Еще кружочек. А, я на вот это подумал, что это тихо. Это не тихо. Вот он тихо. March 19, 2019 год, Харьков. 18:50 по Киеву.